Снова всем привет! Сегодня я расскажу, как создать Apple ID без привязки к кредитной карте. Для этого нам понадобится учетная запись. Возьмем, для примера, Google, зайдем на официальный сайт, дальше выберем раздел Gmail и кликнем «Создать аккаунт». Вводим данные, имя, допустим, Сергей, для примера, возьмем, фамилия Сергеев, можете либо свои, конечно, вводить. Дальше имя для входа, которое будет @gmail.com. Проверим доступность, все нормально. Вводим остальные данные, принимаем соглашение, создать мой аккаунт. У нас есть почта. Теперь переходим в iTunes, вкладка iTunes Store, и попробуем скачать бесплатное приложение. Нажимаем на Free, выскакивает окошко, нажимаем создать новую учетную запись. Дальше продолжаем, принимаем соглашение, соглашаемся, вводим наш email, придумываем сложный пароль. Также вопрос, ответ на него, вводим свой день, месяц, ну не обязательно свои, можно соседа, и год рождения. Нажимаем продолжить. Теперь главное, выбираем, способ оплаты нет, то есть без кредитной карты. Ну, заполняем любые данные, можно свои, конечно, и создать Apple ID. Теперь нам нужно подтвердить через email. Приходит письмо, выбираем, подтвердить сейчас. Вводим данные, которые мы пререгистрировали в iTunes, подтвердить и вернуться в магазин. Скакивает такое окошко, значит все нормально. Возвращаемся в Apple ID, тут уже можно начинать шопинг. Пожалуйста.